Мужчина решил организовать себе праздник на день рождения, но по ошибке попал в похоронное бюро. Бюро ритуальных услуг ООО «Глубина». Добрый день. День не вечен, скоро вечер. Как у вас тут все оформлено, креативно, прям такое веяние современного искусства. Да? Нравится? Очень, просто молодцы. Молодцы. Спасибо, все, мы прям старались. Прям в стиле все так. Приглашали модного дизайнера. А это что за портреты такие? Это клиенты ваши, что ли? Ну, можно и так сказать. Клиенты. А что-то они какие-то все недовольные. И это так специально, чтобы в концепции, так сказать, заведения. Ну да, в концепции. Никто не жаловался. Ну, правильно, что жаловаться, да? Сами же заказали, да, что жаловаться? Вот это мне очень нравится, такой серьезный такой. Мне такую же надо сделать. Сделаем. Так, значит, дело вот в чем. Я решил заказать у вас торжественное мероприятие. Очень хорошо. Если вы сделаете заказ заранее, то вас ждет большая скидка. У нас сейчас проходит акция, называется «Будь готов к закату». Слушай, молодцы, прям вот креативные ребята, это я люблю. Да, итак, заказать хочу торжественное мероприятие. Ну, чтобы все было как бы на высоком профессиональном уровне, чтобы все было так весело, интересно, ну, как обычно. Весело? Ну да. А кто, простите, виновник мероприятия? Ну, виновник мероприятия я. Вы представляете, неделя только осталась, а мне еще дело не в проворот. Надо родственников собрать, угу. Друзей. Какой гроб хотите заказать? Мы что, в гробах будем? А вас много будет? Ну, я же говорю, друзья, родственники, все. Так вы хотите сделать массовое захоронение? Групповое? Вот это круто! Вот это прям вот у вас все в одном стиле. И дизайн, и терминология. Молодцы. Спасибо, мы стараемся, предлагаем большие скидки. Так какие гробы будете заказывать? А какие есть? А есть дуб, ольха, береза. Мне материал не важен. Мне важно, чтобы было как бы так комфортно. У нас все гробы комфортные. С кондиционерами, с аудиосистемами. Аудиосистема, да, кстати. У вас можно музыку заказать? А, конечно. А всякие там украшения, цветы? Конечно, да, только вы знаете, нужно будет вас в порядок привести, помыть, переодеть. А, так это можно тоже здесь у вас? Конечно, конечно, можно. Один вопрос, а кто будет ответственное лицо? Ну как кто, я, конечно. Тогда я попрошу предоплату. 100%. И вас ждут огромные скидки, вы знаете. Все-таки у нас первый раз групповой заказ.